четвертом часу утра в Южном округе при загадочных обстоятельствах выпала из окна квартиры на пятом этаже местная жительница. Несмотря на глухое время, ЧП было замечено. На крики из открытого окна обратил внимание прохожий. Он же наблюдал, как полураздетая женщина свалилась вниз. Вызвав скорую помощь, мужчина дождался врачей и указал, где лежит раненая. Травмы у женщины 1958 года рождения были более чем серьезные. При блиц-диагностике выявлены повреждения позвоночника и черепа. Пациентку сразу же после мобилизации доставили в больницу, а очевидец направился дальше, куда и шел, в круглосуточный магазин. Находясь под впечатлением, он рассказал стоящим в очереди, что произошло несколько минут назад. Мужчина предположил, что ЧП имеет криминальный характер. Ему показалось, что женщина прыгнула в окно, спасаясь от изнасилования. Да и стоявшие в очереди жильцы этого же дома и сами слышали какой-то шум. Ну там что-то интимное происходило, мягко так сказано. Крики были. Крики были. Вы не слышали? Слышали. Чуть-чуть. Делом занялась полиция, а после того, как пострадавшая скончалась в больнице, сотрудники Следственного комитета. Криминал исключили почти сразу. Дверь в квартиру была заперта. Женщина была дома совершенно одна. В ходе проверки установлено, что погибшая при жизни страдала психическим заболеванием и состояла на диспансерном учете. Более того, несколько дней назад она была отпущена домой из стационара на Кубика. По всей видимости, ночью у горожанки случилось обострение, заставившее ее кричать и в итоге выпрыгнуть в окно. Бессвязный вопли душевно больной очевидец принял за шум борьбы с несуществующим насильником. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.